Привет, воронежцы! Хотите знать, какая погода на улице? Посмотрите, сколько друзей сидит онлайн, или мой прогноз погоды на ближайшие выходные. В субботу на протяжении всего дня будет идти снег с дождем. Днем столбик термометра покажет +1, а ночью -1 градус. В воскресенье небо затянется облаками и пойдет дождь. Днем +3 градуса, ночью -1. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.